Сегодня у нас 12 июля 2020 года, воскресенье. И вот приехали люди, которые приняли крещение. Ну и в дорогу Господь положил на сердце сделать им подарок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, по 10 томов. По 10 томов – это 50 томов. 50 томов на 38 – это почти 2. Это, ну, это примерно на 65 тысяч. При условии, что у меня минимальная пенсия. А мы только за одну поездку подарили на 35 миллионов. И поэтому недруги, естественно, что они лопаются. Они библиотеки везде изымать, просят, лгут, нам в семинарию надо. Но им отдают, а они у них лежат. Говорит, они их сжигают, пока ни одного случая такого не было. Нигде я не получил. Видно, сфотографированы в семинарии, а не из библиотеки. А она библиотекарша, прихожанка. И он поп ей говорит, нам это нужно для семинария, эти книги очень важные. И она отдала. А подписала бумагу, что никуда будет не отдавать, а клиентам и будет беречь. Это Кузбасская, вот сейчас их там трясет всех. Это 4 епархии против меня лютуют, но лично мне никогда ниоткуда не было. Вот этого они лишили сана, а я не священник. Хотя меня сватали и здесь, и за границей, и везде, чтобы я согласился быть. Я заранее знал, капут у меня сразу будет, как в этому Романову Сергию, игумену все. А так я... просился, и митрополит Виталий говорит, да, это правильно, кое-где вы бы не могли пройти. А я в тюрьме, в полиции, в милиции, заводы, фабрики, воинские части, мне везде доступ открыт. Я не священник, на мне риза, которая отделяет людей, не надевана. Все, пока идите туда, там я под аппаратом. Можно сказать? Спасибо. А, Спасибо. Можно сказать? Давай. Геннадий Тихонович. Тихо. Так, пока минутку, помолчите. Игнатий Тихонович, хотел вас поблагодарить от себя лично, сказать, Игнатий Тихонович, спасибо вам большое за участие в вас, в моей жизни. Господь да продлит вам еще долгие жизни, чтобы вы нас радовали. Не только нас, а весь мир. Вот, все, кто приходит на канал, все, кто есть вокруг вас, крутятся, это все люди благочестивый. И Господь всех посылает, и через вас Господь нам дает. Благодарю. Тепло. Давайте, земной поклон вам. Я видишь, земли. Ладно, ладно вам. Я, надо бы пойти там с зубами поправиться. Я говорю, я, может быть, умру раньше, зря. А в могиле хорошие зубы не нужны. Да сохранит вас Господь. Спаси Христос. Сохранит я сейчас Господь. Приду с вами вместе, и там фотоаппарат у меня есть. И сделаем снимки, которые пошлем, там Наталья усатая ждут. И... В прошлом году у меня не поехали, кто принимал крещение, точно так же. Господь благословил. Это Бог делает. Вы не приписываете мне ничего. Это непосильно коллективу. Христу за вас. Когда меня арестовали по санкции московского КГБ, МГБ, они сказали, мы думали, где-то в тайге работает несколько отделов, а нашли одного человека. А остальные, я говорю, у меня помощники хорошие, хотя сам никто. С Богом. С Богом. Давайте. Я за вами сейчас следом приду, вы вовнутрь можете не заходить. Не уроните. Еще дать бумаги? Да, я, Игнатий Тихонович, можно я веревки возьму?